вот мы дождались стихания ветра. Наконец-то дует ровно, хорошо. Подъем широкий. Ну чуть-чуть идут эти самые возмущения на крыло, но это именно возмущение, это не болтанка, ничего такого. Очень хорошо. Подтверждаю, широкая зона подъема. Наш вечерний репортаж из долины Куфыркумуха, временно переименованная в Перляндию, потому что здесь всех прет. Вот люди, которые первый раз в жизни видят параплан глазам, ну может быть второй. Они летают уже несколько часов, и они могут снизиться. Они уже поели, поспали, посмотрели вокруг, прочитали всю почту, ленту новостей, и все еще находятся в воздухе. Куда ни лети, везде подъем. В тщетной попытке снизиться они делали уши. Но к данному моменту руки у них уже устали. А эффекта ноль. Вы видите колонну машин, спускающиеся, чтобы бросать в них палки и камни снизу, дабы простимулировать ускоренное снижение. Боюсь, не добросят. Высоковато летаем. Сегодня 10 мая 2019 года. Наша высота 535 метров, номинальное снижение минус 0,2 метра в секунду.
Самые сильные пилоты вновь складывают уши. Будем надеяться, это им чем-то поможет. Но вряд ли. Поскольку мы опять в наборе, плюс 0,3 метра в секунду. Очередной участник пытается сбавить высоту, складывая уши. Живописно снижаясь на фоне закатного неба. Данный участник решил применить маневры средней степени агрессивности, но, а может и не применить, непонятно. We can go back and make a video of Diana in flight. Давай,